фланге. Передача. Покорин. Пяткой, что ли, забил? Роскошно-то как получилось, а? 1-0 в пользу сборной России. Все было хорошо. Сейчас обнаружилось огромное свободное пространство в центре обороны сборной Армении. Оттуда и пошла голевая атака. Файзулин. Кокорин. Далее Широков. Далее Самедов. Пятка. Месси зарыдал. В тот момент, когда Кокорин наносил этот удар. Вот бы беги еще пару таких пяток летом. Вообще было бы все замечательно. Ну и хорошо. Смотреть на это было приятно. И снова Кокорин. В одиночку идет на трех соперников. Немножко перемудрили. Уж совсем это было красиво. В результате мяч до Широкова не дошел. Но затем упал Едигорян. Можно и дальше атаковать. Самедов. Весьма и весьма. Но тут оказался Мхитарян. Пизели. Вот за это можно получить желтую карточку. А у сборной Армении получил Роман Широков. Ну, фалил Едигорян. Ну, футбол Романа Широкова, он всегда был очень умен. Ну, в принципе, если вы читали интервью Романа, то всегда было заметно, что и сам Роман умен, но всегда стремился играть в такой думающий футбол. Комаров! 2-0 в пользу сборной России в самом конце первого тайма, и это абсолютно заслуженно. Сборная России в первом тайме чрезвычайно солидно выглядит. Брависсимо, Дон Фабио. Ну вот летом бы еще. Вот то же самое. Пару мячей безответных в ворота сборной Кореи. Пару в ворота сборной Алжира. Бельгийцам можно один, но тоже безответно. Мхитарян.